А вот это мирный протест. Вы же не сомневаетесь, что он очень мирный? Ну, прямо очень. Ладно, это все шутки. А из серьезного говорят, что шведское издание уже готовит статью про вольную казашку, изнасилованную в рот дубинкой. И сколько же зубов выпало в этом процессе, никто пока не знает. А вот программист Алес уже показывает свои разрезанные шорты Еврокомиссии. Комиссары их внимательно изучают, смотрят на просвет, нюхают, облизывают, на зуб пробуют и понимают, как страшно было Алес в казахском автозаке. Ну а вообще методичка — это бред пропаганды. И каждый вольный змагар, навальнист, бандеровец, либерал, демократ, он вот именно в этот момент сам решил выйти, потому что дальше так нельзя, потому что хватит, надоел, уходи, не быть скотом, вольно, живи, огла, сало Украине, героям сало. Ну раз вы все друг у друга воруете, то позаимствуем и мы. Силовики Казахстана, держитесь, давите эту плесень. Вы воины света. Воины света.